творчество необходимо людям, как воздух. Так считают герои нашей сегодняшней программы. Меня зовут Алена Яцкая, я художник и основатель творческой мастерской «Воздух». Это мастерская, где можно научиться керамике, живописи, можно прийти как на курс, так и на мастер-класс. Первый гончарный круг, он был сделан дома из остатков старого шкафа, бабушкиного тазика и стиральной машины. Много ли в Гомеле творческих людей и легко ли быть художником-предпринимателем? Мне казалось, что именно я открою бизнес, и вот я просто буду, значит, писать картины, заниматься с людьми, ну и как бы все, буду счастлива. Но реальность, конечно, другая. Один из советов: хотите заниматься творчеством и зарабатывать этим, займитесь керамикой. Керамика сейчас востребована, и спрос на нее растет. У меня рецепт простой. Нужно работать. Нет мест, значит, надо свое сделать, где я могу вот сама набирать детей, сама обучать. Возможно, история героев наших программ как раз и станут для кого-то решающим мотиватором на пути к собственному успеху.